Sebastián. Ни в руках, но... Вот и мой черед настал. Думал, да, ты не обязан быть героем, но... Пожалуйста. Эй, сюда. Спасибо, помощник. Эти чокнутые фанатики совсем взбесились. Рекомендую заглянуть в нычку выживальщиков возле лодочного сарая. Там должно найти что-то полезное для защиты. Бог есть, земля, природа, а не алтари. Генри, я на опушке, где ты заметил следы поджога. Черт знает, чем этот индюк занимался наверху, но сейчас небо чистое. Дым валит столбом, надо бы взглянуть поближе. Не пойму только, что здесь сектанты забыли. Их куча, они прочесывают лес и кричат. Походу, ищут кого-то. Выглядят так, как будто давно не мылись. Еще и вооружены винтовками и дробовиками. Только что мимо проехал целый грузовик таких. Thank you.
Я твой должник. Кое-кто противится. Не могу поверить, что попался. Эдемщикам не сломить меня. Не сломить. Умоляю, вы думал сдохну тут. Спасибо. Веселимся. Помощник, раз уж вас теперь двое, отправляйтесь к центру службы охраны лесов. Он кишмя кишит сектантами, они хранят там свою паскудную блажь. Убейте их всех, пусть святоши знают, с кем имеют дело. Засек эдемщика. Меняю позицию. Я ничего не знаю.
зададим им жару! Прикрути! Я туда! Бил! Бейсболка наверху! Я сделаю! Наверх. Прикройте! Прощай, падла! Отлично поработали! После такой головомойки святоши вряд ли вернутся. Пока вы там, осмотритесь. Может, есть выжившие. Пусть не я, но кто-нибудь их остановит. Если я умру, то он меня кто? Вернос, вдруг спаси найдем. Меня. Я чуть было не погиб. Спасибо. Мы выжимаем максимум из того, что имеем. И у нас здорово выходит. Сектанты уже не первую неделю ошиваются вокруг острова. Похоже, они хотят обустроить базу на старой станции рейнджеров. Хотел бы я обойтись без крови, но, похоже, не получится. Враг рядом. Иду. Задам им перцу. Они покойники! Правда, спасибо! Привет! Надо было соглашаться на то.
мучительно. Какой свежий воздух. Каждый из нас. Вы, я. Даже наш отец познал грехи. Это яд, что смущает разум. Но что, если можно освободиться? Что, если все, о чем вы мечтали, может стать явью? Что, если все преодолимо, если принять одну идею? Спастись от греха можно, сказав лишь одно слово. Да, я грешник. Да, я хочу облегчить душу. Да, меня нужно спасти. Если вы смотрите это, знаете, что вас избрали. Вас очистят. Вы покаетесь в грехах и получите искупление. Не бойтесь. Вам не нужно ничего делать. Мы придем сами. Вас ждут врата Эдема. Начал с Фолзенда.
Люблю горы. Смотрю на них и чувствую, что мне все по плечу. Бог ты мой! Ваши грехи, ибо нет им места в мире после коллапса. Привет, красавец. Мэрл поехал к трейлерному парку незадолго до того, как там объявились сектанты. Я его знаю, он точно с ними сцепится. Хоть бы кто-нибудь ему помог. Пока-пока.